Что там? Я показываю помидоры. Красные помидоры. Почему? Ну, чтобы заставка была красивая. Ага, понятно. Да. Здесь все очень просто. Так, как всегда. Ладно, ну пока присоединяйтесь. Нет. Ну а тем временем натираем козий сыр. Много козьего сыра. Да, это будет очень-очень вкусно. Мать уже заценила мою идею. Нет, просто сочетание козьего сыра и мяса, оно фантастическое. Баранины, скажем так. Нет. Ну и мне нравится, как пахнет козий сыр. Говорят, пахнет, простите меня, какашками. Кто-то говорит, мне не нравится, пахнет баранина, вообще меня может мутит. Но когда козий сыр с бараниной, получается вообще великолепно. Вообще очень вкусно. А еще очень много вот нам пишут про то, что не выносят козью продукцию, якобы оно воняет. Долго нас не было. Да, долго нас не было, и объясняю почему. Потому что мы были на маникюре, педикюре. Ездили далеко, пробки, все дела. Вот, еще он был у стоматолога. В общем, мы сегодня вот так вот весь день в канителе. Вот, так что вот так. Ждем Лесю Васильевну в гости. Она... Вы брови сделали? Не делала ничего. Они почему-то периодически у меня то ярче. Ага. Вот она написала о том, что она только приехала в гостиницу. Ладно, потом будем разбираться. Как видишь, полностью готов встречать Лесю Кирсанову. Да, сейчас скажет, что ты без штанов встречаешь. Леся Васильевна меня, видимо, порадовала. Да, она ему делает интимную эпиляцию. По-разному, но без языка. Что это? Не, ну, что там, Леська. Леська мой верный товарищ и друг. Кстати, я вот сегодня написала пост о дружбе. Так вот, дружба. Дружба конкретно женская у меня пришла, наоборот, довольно-таки в взрослом возрасте. Вот так, 16+, да. Ребят, ничего не делала с бровями. У меня реально всегда так бывает. Иногда они как-то побледнее, иногда они поярче. Из-за чего это, я, честно говоря, не знаю. Да, вот вам всем привет. Я тоже всех вас люблю. Кстати, кто не слышал, а кто слышал, все, мы уже все созвонились. Завтра в стопуднях наша встреча. Мы планируем завтра с утра позаниматься. Завтра нам еще должны наши билеты, мать, отдать. В Турцию. Потом. А завтра? Да, уже. Ну так вот, и все. И едем мы все навстречу. Веселую, хорошую встречу на ВДВ пельмени. Мне надо, кстати, не забыть взять тельняшку, берет, потому что я даже на Наташку нашла тельняшку, которая наверняка в нее влезет, да. Вот, так что завтра будет. Кто, тельняшка в Наташку или Наташка в тельняшку? Ну попробуем натянуть, она вроде это тянет. Кого, Наташку или тельняшку? Ну что? Так. Как выбрать эффективную интимную эпиляцию? Да. Вот, слушайте, но вообще сейчас в нашем современном мире вопросы косметологии, лазеров всего вообще не стоит. Их целая куча вариантов. Диодные лазеры, лазеры александритовые, электро, ну, в общем, всего. Главное начать. Мне, например, очень нравится. Все правильно, картошка. Картошка отварилась, разрезаем ее пополам. Угу. Картошка отварилась и разрезаем ее вот так вот пополам. Па-пам. Так. Так, что вам? Что готовите? Готовим баранину. Вкусняшку. Баранинку с картошкой будет очень сильно вкусно. А потом я приготовлю свой салатик. Будет вкусно. Так, сейчас. Что ты? Вот. Так, что-то я еще хотела сказать. Огромный приветик с Нижней Вартовска. Спасибо. Так, какую вы делаете эпиляцию, интимную эпиляцию? Больно делать? А, если честно сказать, особенно брюнеткам больновато. Но существуют всякие там крема анестезирующие, поэтому полегче. Вот, но тема очень хорошая. Потому что у меня, например, единственное, что вы должны понимать, это не 2, не 3, не 5 и не 10 процедур. Это много. Но когда вот пройдете вот этот курс, потому что у всех он разный, у нас по-разному разному, абсолютно, да. Волосы растут. У меня где-то процедура после 8 начал смотреть. После 8?
как ни странно. А до этого, в прошлые года, еще в начале 2000-х, я делал раз 20, мастер знает, она еще сама тогда работала. Да, я помню. Никакого эффекта. Вот. И только с Лесей мы уже здесь этого, собственно, добились. Что-то поменялось. Слушай, во-первых, тогда ты делал на Александрите старом, а сейчас тебе делают на этом. У нас Александрит и Диодник, мы все начали по-разному смотреть. Вот. Так что вот так. Тема хорошая, я вам точно говорю. Единственное, что нужно просто набраться терпения и делать это. Потом эта процедура все реже, реже. Сначала вы делаете раз в 3 недели, а потом все реже, реже, реже. Ну, в общем, терпите. Это стоит того, честно. Вот, у меня, например, подмышки вообще уже не растут, там даже волосинки не, на лобке тоже не растут, ну там, чуть-чуть там, и то потому что светлые волосы. Так. Вот в этом плюс у девчонок, у кого темные волосы. Да, потому что у девчонок с темными волосами это все гораздо лучше и быстрее уходит, а вот нам, светленьким, мы, конечно, мучаемся долго. Так. Почему Саша не побрился для эфира? Слушайте, да некогда, мы только приехали, и давай скорей. Мася, почему не носишь платье? Потому что... Мася, мне нужен кадр. Сейчас. Мася похудела, Мася похудела, Мася работает на дверь. 2 секунды у тебя есть, хорошо? Угу. На каждую картошинку чесночок. Вот. Мася сильно похудела. Завтра у Вовченко, да. Мастер, очень красивый, напрямую лица, и еще интересно, какое у тебя обычное давление. Как оно меняется после тренировки. Абсолютно нормальное давление. Я, если честно говоря, даже ну, не чувствую там каких-то изменений. Ой. Так. О. Так. Так, думала, что поужинаю творогом до 6, теперь хочу баранину. Мастер, о, что... вы еще и не видели. Мастер, что делать, если муж оставил с годовалой дочкой, возвращать его, боюсь, никому не нужна буду. Знаете что? Вот я сейчас... Мастер, то же самое говорим. Когда я разводилась и уходила, мне тоже сказали, кому ты нахрен нужна, ты уже старая, вот, никого ты не найдешь. Не знаю. Здесь все зависит только от вас и от вашего решения. От вашего настроя на будущую жизнь. Вот так. Я, наверное, так скажу. Ты скажешь, у тебя же ребенка не было. А я могу сказать, что у меня очень многих, у кого есть ребенок, кто я нашел свою. А я, например, знаю, у которых 3 ребенка было и находили свое счастье. Да. Я считаю, все зависит от человека, от его настроя. Если мне нужен кадр. Мастер, нужен кадр. Так, какую фирму используешь? Нет, я показывала Джонсон Джонсон на гневке. Теперь берем немножко сырика и закладываем сверху на каждую картошечку. Так. Обожаю каре ягненка. Вот как раз его и готовим. Ой, как оно же будет. Мать, скажи, пожалуйста, как найти в Телеграме видео, где вы говорите про свое прошлое? В Ютубе. В Ютубе. Это в Ютубе. Заходите на Ютуб, вносите Саша Шпак, и там интервью 5 частей. Там мы все рассказываем. Сначала Сашка, а потом я. Вот, все-все, что у него было в прошлой жизни, что у меня. Я тоже разводилась, тоже говорили, что останусь в бабках одна. Тем не менее, вышла замуж еще лучше. И мы этого. Слушайте, а мне, знаете как, я уходила исключительно ради себя, и мне даже казалось, ну и не выйду я замуж. Я говорю, если совсем все будет тухло, собаку заведу. А так планировала тоже много путешествий. Завела, кстати, собаку. Какую? Шпак. Шпак, а счет, это не собака. Да, конечно. Ага. Когда я хочу что-нибудь, ты говоришь, молчать! Я говорю, сидеть! Ага. И бывает такое? Ну, бывает, мам, ты же знаешь, потому что у меня такой характер. Так. Что кушать, чтобы набрать 5 килограмм? Скорее тренироваться. Так, сломал ногу, теперь нельзя тренироваться. Как не потерять форму в гипсе? Мам, отвечай, я пойду суп на метро. Да просто, смотрите, у меня сейчас тоже не было тренировок почти 2,5 недели. Помните, я хил порвал. Я приступал к тренировкам, как только срасталось то, что должно было срастись. То есть больше, чем 3 недели я не отдыхаю. За 3 недели форму не растеряете. Систематически нормально питаться, и будет все хорошо. Главное не начинать переусердствовать с самого начала, потому что все-таки травмированный участок должен успеть срастись. Вот. Так, Мася, дальше следующий кадр. Снимаю шкурку с маринованных помидор. Сейчас, друзья мои, сейчас все отвечу. Поехали.
Снимаем шкурку с маринованных помидор. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он говорит, вы классные. Вырвали зуб, все воспалилось. Слушайте, ну да, зубы драть это как бы... Ой, декольте не симпатично смотрится. Сколько вам обоим лет? 18+, 16+. Так, какие делать упражнения, чтобы убрать живот после родов растянутые? Зайка, следующая. Заглянуть ко мне в Телеграм, об этом рассказываю каждый день. Затем натираем помидорку маринованную, вот так. Так, Вася, Саша. Так, ну и всем, ага, привет, привет, привет. Так, используется обруч как тренажер? Мы нет. Мы нет. Но в любом случае, движуха, любая движуха, она всегда на плюс. Так, больше рецептов с курицей или индейкой, пожалуйста. Ну, окей. Стараемся. Просто курица нафаршмачена таким количеством медикаментов. Да, мы что-то тоже стараемся от курочки уходить. Антибиотиков и все остальное, что вообще адский ад. Самое чистое мясо баранина, кролик. Так, сколько у вас уходит денег на еду? Сколько-то уходит. Не знаю, не считали. Так, маслечко добавь. Просит мое маслечко. Как же без нее? Мы сегодня... Поставь поближе вот эту мою штуку. Бегу. Какую? Бегу. Вот эту? Бегу. Вот сюда поближе. Умничка, логично. Сейчас, друзья мои, видите, я тут помогаю. Так, Сашка в жизни добрый. Очень. Откройте, блин, так, откройте, блин, хрон, почитайте биографию. Ну, точно, вот я тоже говорю. Так. Кстати, там какая-то Википедия или спорт. Показывай. И теперь вот если это вкусный соус, выкладываем сюда, это просто соус из маринованных помидорков. Будет вкусно. 50 секунд, мам. Убирай, ставь вторую. Сейчас, дружище, мне ж надо это. Как смотрите на утку? А утку, ну, мы тоже, кстати, готовим. Я люблю утку с апельсиной, вот это очень. Но не как древние японцы смотрят на утку. Знаете, как древние японцы смотрели на утку? Не, лучше не знать и не об этом сейчас. Так. Что это не знать? Мася, сделайте встречу в Анталии. Слушайте, все, кто приезжает к нам в отель, смогут нас увидеть, безусловно. Собственно, вот такие дела. Так, все. Вот это мы убираем, вот так ставим. Ой, извини. Что, вкусненько? Жарко. Хоккей смотрите? Нет. У нас вообще телевизор не работает, если честно. Вот. Из Молдавии нам передают привет. Что больше всего любите готовить? В принципе, любим готовить. Чтобы вот конкретно какие-то блюда? Не знаю. Так. Блин. Насколько мне задавала вопросы, вы их не читаете, не видите. Слушайте, ну, так получается. Шпаки, вы классно, обожаю вас смотреть кулинарную заметку. Вы с Ловченко давно общаетесь? Больше года, мне кажется. Может, да, больше. Ну, больше она, года. Она приезжала к нам в гости, когда мы еще жили в Петербурге и да, не уезжали. Да, точно. Почти полтора. Очень большая, как Маська, я люблю тебя. Спасибо. Так, шпаки, любимые, привет из Волгограда. Так, ну, в общем, давайте вот так вот сделаю, чтобы всем не перечислять вот так вот. Напомни рецепт баклажанов из Турции. Не поверите, я сама уже несколько дней с мыслями об этих баклажанах. Это безумно вкусно. Масякин режиссер. Хреновый. Ага, меня. Ну что, баранинка у нас отварилась. Буквально прошло 12 минут. И теперь поставим все это еще и в духовку. У меня 56 секунд. Не страшно. Ля-ля. Вот так вот. Чем можно заменить сладкое во время диеты? Слушайте, целая куча сейчас разработана в спортпите всяких вареник, шоколадок спортивных. То есть это вообще не проблема. Мася ревнивая, да. Мася, как найти твой Телеграм? Быть зарегистрированным в Телеграме и нажать в поиске Мася Шпак. Так, для того, чтобы худеть, как сейчас нужно тренировать, какие лучше тренировки, кардио. Смотрите, чего вы хотите от фигуры добиться. То и делать. Если просто так похудеть, то долбите кардио. А если хотите фигуру, то и силовуху надо. Так, Мася, встречу сделайте напротив Сангейта. Ну, подумаем, подождите, дайте доехать. Так, Сангейт можно уже зайти, в чем проблема? Сориентироваться, и дальше мы уже это... Кушайте после 19 и пьете ли воду перед сном? Да, все делаем. 2 секунды. Любишь пиво? Ненавижу. 2 секунды.
Черный перец на баранину. Ровно 2 секунды. Так, много времени с телефоном проводится? Как и вы? Ну, как да. И вы. Сырик у меня и вниз пойдет. Ну, сырик и духовку. Ура! Я это сделала. Какая погода в Москве? Очень тепленько, но планируется вроде как дождь. Приезжайте в Калининград на чемпионат мира по футболу. А у нас свои планы по этому поводу. Да, скоро все расскажем. Да, вот так. Сейчас, подождите, подключу его телефон, то сядет. Что-то, ну, знаете, даже это, жарковато. А, коньяк или шампанское? Вы не поверите, но последнее время почему-то коньяк. Вот, да. Что-то не шампанское, не вина, что-то не охота. Так, можно ли заказать дистанционно? Нет, мы не делаем, не пишем, не... Да, не наша эта тема. Не-не-не, это не наш профиль. Целая куча профессиональных спортсменов, которые как раз таки этим занимаются. Ау-ау! Что? Да, я залезла в кипяток. Бегу-бегу, что готовите? Баранинку готовим. Так, как приучить себя кушать меньше, не получается кушать 5 раз в день? Слушайте, ну берете просто какую-то... Вот за фрукты все. Да. Ну что, закидывай? Нет, мне сначала нужно выложить видео. Ладно, ты не пока болтай, я за... Ну ладно, окей, хорошо. Ну что, друзья мои, вино красное сухое? А, периодически да, но знаете, что-то я не знаю почему. А сейчас в последнее время мне наоборот хочется, как мне понравилось, знаете, берешь коньячок, теплый коньяк, туда немножечко льда и гранатовый сок свежевыжатый. Изумительно. Так. Так. Очень хорошенько. Ой, это вообще очень приятно. Я люблю, когда так, знаете, вот приятности говорят. Ну, наверное, кто не любит. Так. Рин, судя по частоте вопросов о детях, купите майку Child Free. Еще надо целую кучу таких майк купить. По поводу, где писюн у Саши, гей ли он, мужик ли я, ну, в общем, целую кучу маек не наденешь. Приветики, приветики, ля-ля-ля. Так, ну, попить воды с лимоном. Какие нужно делать упражнения, чтобы поправиться? Ох, задаете вы иногда вопросы. Расскажите про занятия йогой, реально ли сделать хорошие формы, если занимаетесь 3 раза в день, но чисто интуитивное питание. Вот честно, честно вам скажу, йогой вы никогда не сделаете хорошую фигуру. Это лично сугубо мое мнение. Подтянуть, иметь такие, вот, ну, если у вас в принципе не очень полное тело, то как-то вот можно. Но создать красивую фигуру и формы нет. Верните щечки назад. Нет, ни за что. Я наоборот сейчас буду еще больше вот так вот. Вот так вот будет. Да. Сегодня пить будете? Нет, сегодня не буду. Это 100%, потому что, во-первых, у меня завтра мероприятие, которое потребует хорошего питья. Я даже не знаю, может быть, даже в субботу болеть буду. Будете меня поддерживать. Это уж как пойдет. Вот. И у Леси Васильевны завтра конференция, поэтому без алкоголя сегодня. Масюнь, ты прекрасно, давай общаться. Может, подружками станем. Слушайте, я со своими-то подружками очень редко общаюсь, потому что гиперактивная жизнь. А Тарея Пупа Дивана, к сожалению, сегодня не будет, потому что посвящу все свое время Лесе Васильевне. Она первый раз вообще приехала к нам в гости, и я не могу просто потратить время. Так, когда к вам подходят люди на улице, вы с ними разговариваете? Да. Мы не только разговариваем, мы никогда не отказываем в фотографиях, и это безумно приятно. Я сегодня только рассказывала девчонкам в салоне, когда делали педикюр, о том, что иногда подходят люди с таким волнением, что у них дрожат руки, телефоны, а некоторые даже плачут. Вот такие вот чувства у них. Вот. Это безумно приятно и очень ценно. Так. Сколько дней в Турции? Там, по-моему, 9 дней получается. Мать, как относишься к суррогатному материнству? Я отношусь, ну, конкретно я лично никак отношусь. Если у людей нет другого выхода, то это абсолютно применимо. Главное, чего хотят пара. Если у них не получается, есть такая возможность, и они очень сильно хотят, почему нет? Так, очень открытые люди, приятные за вами, очень интересно наблюдать.
Спасибо. Покажи мне. Я пошла показывать. Твой режим есть? Давай. Я сейчас буду скоро заканчивать эфир, потому что мне Леся Васильевна пишет, а я не знаю, что она там мне говорит. Все, все, отправляю в духовку на 10 минут. Так, я подключаю тебя сюда. Вот. Так что, друзья мои, я заканчиваю эфир, потому что Леся Васильевна что-то там пишет, а я даже не могу ей ответить. В Москве она не ориентируется, так что надо ей помочь. Вот, ну и вы, конечно, ждите наши пробы. Теперь не только Мася со своим хим, но и Олеся вот только попробует. О, это вот. Короче, будет вкусно. Она у меня за все ответит. Спасибо.